Шокирующие кадры были засняты не так давно. В необычном формате то, что мы с вами привыкли видеть, стало происходить очень страшное. И что-то страшное стало происходить. Недаром говорят, что в Абхазии стали перебои со светом. Что это могло произойти? Почему такое явление могло сделать? Все просто. В необычном формате электрики, не дожидаясь то, что случится, они увидели не своими глазами, а испуганными товарищей необычную картину. НЛО что-то вытворял с электрической вышкой. Что на самом деле оно могло вытворить? Никто не знает, но действие всего разворачивается страшными событиями. Вы сейчас увидите в необычном формате эту картину. Посмотрите внимательно, что это вообще такое. НЛО полностью окутало эту вышку ради какой-то цели. Цели, возможно, много. Или нарушить специальная поставка энергии в том месте, или они так подзаряжаются. Необычное НЛО, кстати. Так разве могло заряжаться? Но это не все. Посмотрите этот сюжет, и мы вернемся на другой. Посмотрите второй сюжет, и вы увидите в необычном формате необычное состояние. Три неопознанных летающих объекта зависли в одном месте. Что это такое? Угроза извне? Или что-то происходит, наверное, на нашей планете? Это внимательно, дорогие друзья, засняли очевидцы, можно сказать, дети, которые просто-напросто гуляли в том месте и увидели недалеко от себя три неопознанных летающих объекта. Что они там зависли, никто не знает. Но, увы, дорогие друзья, вы должны оставить комментарии под этим сюжетом и посмотреть. Но что вы видите в этой картине? На Украине случилось то, что никто не ожидал. Недалеко от одной фермы случилось неопознанное летающее объективное существо. То есть вы видите покамест НЛО, но перед этим очевидец заснял какое-то еще существо, было погружено извне. То есть, исходя всего, эта картина была заслугами одного фермера, который живет там. Посмотрите внимательно и оцените до конца этот сюжет.
все это, дорогие друзья, все это начинает происходить у нас. То есть мы знали, что это не заканчивается. И только начинается, потому что множество очевидцев стали шокировать сами себя. Увидев эту картину, они начали паниковать, а в происходящем моменте люди хотят молчать. Меня зовут Тайна НЛО, и досмотрите этот сюжет до конца. Поставьте лайк, подпишитесь, дорогие друзья. Что я мог, я вам рассказал и даже показал. До новых встреч, дорогие друзья. Всем пока. Пока.